Роль электричества в современном мире неоценима. Эта энергия используется во всех отраслях экономики. Также без нее трудно представить быт современного человека. Любая вещь, созданная человеком в нашем поле зрения, сделана с помощью электричества. Это колоссальная сила, в которой нуждаются все. И важная задача – доставить ее от места производства до потребителей. Алдарызда тұрған үлкен экран. Бұл экранда жаңа сызықтар. Бұл электр желілері. 220 және 500 киловольтты жоғары кернеулі өте қуатты желілер. Бұл қуатты мына көкпен тұрған 500 кернеулік киловольтты. Сарылары бұл 220 киловольтты. Бұлардан жаңағы адамның организміндегі қан жүгіреді ғой. Сол сияқты бұл сызықтардан да жаңа электрқуаты, электр энергиясы тасымалданады. Сол осы бір үлкен бір жаңа электр энергетика деген бір организмді басқару осы ұлттық диспетчерлік орталықтан организмді ми басқарады, сол сияқты осы ұлттық диспетчерлік орталық осы жұмысын басқарады. Бір тұтас электр энергетикалық жүйенің миі болып жұмыс жасаймыз деп айтсам артық болмас еді. НДЦ Бесенов. Принято. Бізде бұл ұлттық диспетчер орталықта диспетчер қызметіне институттан бітіріп келген түлекті ала салмайды. Ол үшін бір белгілі бір дайындықтан өту керек. Тәжірибе болу керек, жаңағы өңірде жұмыс жасау керек, қосалқы станцияда, не болмаса станцияда. Соң өңірлік аймақтарда жаңағы кезекші электромонтер де диспетчер болу керек. Содан кейін келіп қана осында жағында теориялық білімінде одан ары қарай жетілдіріп, одан кейін дайындық бір белгілі бір уақыттан өтіп, емтихандар тапсырып, апаттық жағдайлардың бір тренировкаларын өтіп, содан кейін ғана қызметке жіберіледі диспетчер. Шығыс жет филиалында Кегоктың болашақ жарым күрделі құрылыс бөлімінде инженер болдым. Мен ол кезде өндірістік техникалық службаның инженері болдым. Екеміз бір конторда, бір мекемеде сол жерде жұмыс жасап таныстық. Кейіннен араласып үйлендік. Әкем энергетик, жарым, өзім. Кейін болар жатса балаларымда энергетик саласында жұмыс жасауы мүмкін деп ойлаймын. Начало 2000-х в деятельности национальной электрической компании Кегок был период ренессанса, когда осуществлялось масштабное строительство крупных электросетевых объектов. Мы в свое время провели глубокий анализ состояния электроэнергетической инфраструктуры и определили, что растущие темпы экономики развития Республики Казахстан потребуют ввода новых мощностей, потребуют другой полностью энергосистемы. И в этой связи мы реализовали ряд больших интересных проектов. В частности, это проект реабилитации национальной электрической сети. В 2000-х годах привлечь займы международных институтов развития – это была очень сложная задача. Во-первых, тогда займы выдавались только под государственную гарантию. И необходимо было отработать с правительством, необходимо предоставить было все гарантии возврата, компетентности, расчеты денежных потоков. В результате данной работы в то время были привлечены крупнейшие подрядчики, инжиниринговые, строительные компании из Германии, Швейцарии, Южной Кореи, Индии, Хорватии. То есть это был объективно уникальный пример для Казахстана реализации крупных инфраструктурных проектов с использованием средств международных институтов развития. Итогом реформ стал перевод отрасли на рыночные отношения. Также был достигнут баланс производства и потребления электроэнергии. В настоящее время все регионы Казахстана
обеспечиваются электроэнергией в зависимости от своих потребностей. Ушли в прошлое веерные отключения, частые аварии, которыми запомнились 90-е годы. Повысилась платежная дисциплина, потребители стали ответственнее. И, как следствие, значительно выросла инвестиционная привлекательность отечественной электроэнергетики. Осы 25 жылдың ішінде көптеген жетістіктерге жеттік. Бірқатар ірі жобалар жүзге асырылды. За годы существования нашей компании протяженность линии электропередач увеличилась с 20 до 27 тысяч километров. Количество станций возросло с 58 до 81. В целом объемы передачи электроэнергии по национальной электрической сети возросли более чем в два раза, с 22 до 55 миллиардов киловатт-часов в год. В начале текущего года была принята дорожная карта, план мероприятий по реформированию фонда Самрук-Казына. В этом документе затрагиваются все аспекты деятельности и нашей компании, акционерного общества «Кигок». Многие пункты данного плана мероприятий к настоящему времени уже выполнены. Так была разработана и утверждена программа низкоуглеродного развития компании «Кигок» и достижения углеродной нейтральности с определением путей достижения углеродной нейтральности, снижения углеродного следа. Данная программа была разработана в соответствии с стратегией развития КИГОК до 2031 года, где определены стратегические цели в соответствии с глобальными трендами, энергетическим переходом и вовлечением ВИЭ в энергосистему, внедрением инновационных технологий, цифровых технологий и в соответствии с принципом ESG. С февраля текущего года была повышена заработная плата нашим сотрудникам в соответствии с принципами социальной справедливости. Так, например, заработная плата производственного персонала была повышена на 25%, инженерно-технических работников на 18%, а уборщиков производственных помещений, грузчиков заработная плата повышена более чем на 35%. Кроме того, мы внесли изменения в правила подбора кадров. В настоящее время все кадры перемещения основываются на принципах меритократии. Обеспечена прозрачность при приеме новых сотрудников на работу в компанию. В целом, работа по выполнению плана мероприятий продолжается. И я уверен, будет выполнена в намеченные сроки. Менің энергетика саласын таңдауымның бірнеше себептері бар. Ол біріншіден әке жолын қуу, әке ісін жалғастыру болып келеді. Энергетиктер отбасында дүниеге келіп тәрбиелендім. Әкем менің кумирім болып келеді. Енді 1995 жылы әкем бұл дүниеден өткен. Сол кезде мен әкеммен бірге жасаған жұмыстарымнан көп жанашырлық, қамқорлық көрдім. Сол кісілердің тарапынан. Шын айтсам, бала кезінде осы подстанцияларын аумағында өстім. Бәрін біл. Сол кезден ақ выключательді, трансформатор тоқтарды, трансформатордың өзінің қандай құрылғы екенін, жабдық екенін сол кезден ақ уже біліп жүрген. Бұл компанияға келуімнің үлкен бір арман болды. Бұл компанияда жұмыс жасау. Себебі бұл компанияда жоғарғы білім, біліктілік талап, жоғарғы деңгейдегі талап етеді. Ұлттық компания болғандықтан. Так, дежурный Толбик, у нас произошло аварийное отключение. Девятая ступень, восьмая ступень. Тоже восьмая есть. Бүгінгі таңда Ақжар-Қосалқы станциясында төртті трансформаторының жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Осы жерде көруге болады жұмыстың қалай жасалатынын. Қазір заманауи технологиялардың бәрі цифрланған. Компьютер, ноутбук арқылы реле қорғаныс құрылғыларына құйып, ішіндегі информациялардың бәрін алып деген сияқты сондай көптеген жұмыстар атқарылады. Бұның бәрі біздің жаңа күзгі қысқы кезеңнен жақсы өтуіміз үшін, паспорт готовности КЗП алу үшін жаз айларында осындай жөндеу жұмыстарын жүргіземіз.
Енді бұл мамандық рельеф қорғаныс және электроавтоматика қызметінің мамандарына тек қана осы рельеф қорғаныс және электроавтоматика қызметін ғана емес, жалпы осы қосалқы станцияларымызда орналасқан жабдықтардың ішкі құрылымдарын түсіне білу керек, жаңа қосалқы станцияларымыздың схемаларын оқи білу керек. Сондай жоғарғы талаптар қойылады. Жалпы осы подстанцияда болып отқан бүкіл процестердің бәрін осы мамандық иелері жақсы түсіну керек. Компаниямызда жастарға көптеген мүмкіндіктер бар. Компаниямыздың жастары озық технологияларды меңгерген, идеялардың қайнар көзі болып келеді. Жастарымыз осы біздің саламыздан зейнетке шыққан зейнеткерлерімізге қамқорлық көрсету, түрлі табиғат апаттарынан зардап шеккен отбасыларына гуманитарлық көмек көрсету деген сияқты қайырымдылық іс-шараларына белсенді қатысады жастарымыз филиалымыздың. Осы біздің компаниямызда жастар кеңесі жұмыс жасап жатыр. На первом этапе при создании компании мы с известными энергетиками Оразбаев, Берлик, Кенжемурат Дукенбаев оказались у истоков создания акционерной компании «КИОК». В свое время, после налаживания экономических отношений, финансовых, компания взялась за модернизацию оборудования. По проекту модернизации национальной сети на первом этапе было заменено оборудование на 42 подстанциях. По мере реализации новых проектов и внедрения рыночных отношений компании выросли в профессиональном отношении. Работники компании стали очень опытными в использовании новой технологии мировых передовых компаний. Тем более в энергетике было внедрено впервые впереди всех стран СНГ. Рыночные отношения, об этом признавались все лидеры энергетической компании России, Белоруссии, СНГ, что КИОК является лидером по внедрению рыночных отношений в отрасли. Доброе утро, Сергей Иванович, как дела? Все нормально у нас. Техника вся ушла на линию? Да, вся техника на линии. Все нормально, все исправно. Все хорошо, нормально. Спасибо. Наш филиал обслуживает 27 линий электропередач. Протяженностью, общей протяженностью более 3000 километров. 5 из этих линий – это линии напряжением 500 киловольт. Они являются транзитом север-юг, и переток по ним, переток мощности достигает 2100 мегаватт. То есть это составляет около 60% от общего перетока по всему транзиту север-юг. У инженеров, ну, самая главная традиция – это, ну, скажем так, никогда не загадывать ничего наперед, потому что планируем, часто нарушается, и нам приходится уже на ходу, скажем так, принимать какие-то определенные конкретные сложные решения. Вот, поэтому мы никогда наперед не загадываем, мы планируем, мы все обсуждаем. И еще очень такая хорошая традиция – у нас всегда есть план «Б», то есть мы всегда думаем, как выйти из той или иной ситуации, просчитываем все риски и в какой ситуации как нужно будет действовать. Это касается как персонала, в том, также и техники касается, и ну, всех остальных вопросов. Вы знаете, я когда с самого начала работы, я уже понял, что ну, я не скажу, что я суеверный, но, скажем так, любой предмет, он имеет какую-то одушевленность. То есть как к нему с какой душой относишься, так и он потом и относится к тебе. И я скажу, в этом есть результат. Вкладывая, скажем так, очень большой труд, очень много было вложено труда, много, конечно, финансовых затрат тоже было компании вложено. И очень много работ было проделано, и таких хороших проектов было реализовано с участием, конечно же, всего персонала филиала Центральной МЭС. И очень сильно поработали линейные бригады. И, ну, как в благодарность, я скажу, что наши линии работают нам верой и правдой. Солтүстік жет филиала. Бізден үш транзиттік желі өтеді. Өте маңызды ол барлық Қазақстанды қамтамасыз етеді электроэнергиясымен. Ол жаңағы 512.0, 517.0,
537.0 желілері. Екібастұз қаласының энергетика астанасы деп айтсам, артық айтпаспын. Ленинщиктардың міндеттері, біз пастанциядан пастанцияға электр тоғын жеткізу біздің міндетіміз. Жыл сайын біз жөндеу жұмыстарын, техникалық қызмет көрсетеміз. Авариялық жағдайларда, мысалға, жаңағы апораларымыз құлап қалуы мүмкін, сымдар үзіліп кетуі мүмкін. Соның бәрін жедел түрде диспетчерлермен, релейщиктермен бізге барлық ақпаратты бізге беріп, біз сол ақау болған жерге барып жұмыс жасаймыз. Абай атамыздың бір сөзі есіме түсіп тұр. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес талаға дейді. Ол дегенімізді мен ленинщиктерге қатысы бар сөзде өзім есептейм. Себебі трекке шығу үшін асығыстықтың қажеті жоқ. Аяғымды нық басып, қорғаныс құралдарын қолданып, жоғарыға қорықпай шығу керек. Альпинистер мен біздің ленинщиктердің айырмашылығы, екеуінде мақсаты бірдей болейм, олар жоғарыға шығады, екеуінде бірдей адреналин алады. Бірақ альпинистер ол өздерінің жеке рахат үшін, өздерінің жеке драйв үшін олар жоғары биікке шығады. Ал біздің мақсат ол халықты, Қазақстан елін электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін, желілеріміз дұрыс тұрақты жұмыс істеу үшін біз жоғарыда жұмыс істейміз. Бізге драйв сол болып есептеледі. Общеизвестно, что темпы развития экономики страны зависят от состояния энергетики. И в этом отношении большая ответственность возлагается на компанию «Кигок» как системного оператора на разработку объективных, точных прогнозных балансов электрической энергии и мощности на долгосрочную перспективу, которая бы учитывала реальное текущее состояние генерирующих мощностей, прогнозное электропотребление населения и экономики страны, предложение системного оператора по местам размещения и срокам ввода новых генерирующих мощностей, своевременное прогнозирование и информирование о возможных дефицитах электрической энергии и мощности и, конечно же, своевременная модернизация национальной электрической сети. Сегодня замечательный день для торжества. Выражаю благодарность команде «Кигок». Желаю нашей компании дальнейших успехов. Бүгінгі мереке бәрімізге ортақ. Барлықтарыңызға зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Жұмыстарымыз жемісті болсын. Энергетики, исходя из специфики своей деятельности, это очень высокодисциплинированные люди. То есть они понимают ответственность, которая на них лежит. В первую очередь, конечно, хотел пожелать именно производственному персоналу безопасного, стабильного труда. То есть работа энергетиков относится к опасным видам производства. И ремонтные бригады, и диспетчера, релейщики, станционщики, сетевики, линейщики, технический персонал. То есть это те люди, которые в первую очередь заслуживают поздравления и труд которых необходимо отметить за эти 25 лет работы компании. Что касается управленческого персонала, это высококлассные специалисты, это патриоты Казахстана, это люди, которые думают о будущем, которые имеют свою программу развития, и я, безусловно, уверен в том, что тот задел, который компания «Кигок» получила за эти 25 лет в результате эффективного менеджмента, он, безусловно, будет продолжен, и компания «Кигок» останется в лидерах и по корпоративному управлению, и по вопросам планирования, и по эффективности менеджмента, и, безусловно, обеспечит развитие экономики Республики Казахстан. «Кигок» продолжит обеспечивать техническую и технологическую основу развивающейся электроэнергетической системы, способной удовлетворить растущий и меняющийся спрос на электроэнергию. Это является ключевым аспектом стратегии развития компании, ее миссии и видения. Будущая энергетическая система станет более интеллектуальной, гибкой, объединяющей ряд новых технологий, в том числе возможности активных потребителей, при этом повышая надежность функционирования энергосистемы Казахстана. «Кигок» стремится к более доступной, надежной и экологически чистой энергетике будущего. Будущее «Кигок» — это будущее электроэнергетики.
будущее КГУК – это будущее страны.